Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин охуевания? Игры по ценам самым лучшим. Не веришь? Да погоди. Послушай. Лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тетя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это все похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки, скидоны, игрухи. Все это здесь. Здорово, дорогие друзья. С вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию ПМТ. Играем, как всегда, на CCD Planet серия номер 2. Друзья, ну и как вы понимаете, сегодня я неспроста взял Чирон. Во-первых, все-таки, помните, когда мы тут недавно преобразовывали с вами все машинки, которые у меня, собственно, есть. Я Чирон пока что оставил, типа, в таком виде, но я так понимаю, что надо все-таки, наверное, его перекрасить. Какой-то он, блядь, какой-то он такой, ну, какой-то слащавый, какой-то такой, блядь, я не знаю, такой... Какой-то, ну, блядь, ну, короче, одним словом, друзья, назовите цвет этого Чирона на данный момент и напишите в комментариях. А я, друзья, сегодня все-таки перекрашу его, и давненько мы с вами, это самое, Чирон-то есть, да, а трюки-то где? А если найду? Вот поэтому надо сегодня их найти и что-нибудь, ну-ка, ёбаный столб, ну почему вот он нам по пути попался? Так, ладно, хорошо, нам нужно срочно перекраска. Перекраска у нас есть как раз здесь. Надо СЛВ валить, потому что я уже... Знаете, как это, есть картинка, когда, типа, чел там, по-моему, на крузаке в арке поперек дороги встал, или не на крузаке. Типа, написано, как. Вот я тоже сейчас подумал, что я застряну, но нет. Так, давайте до перекрасочной быстрее, до покрасочной, перекрасочной доедем. Что-нибудь какой-нибудь, знаете, надо вот цвет, чтобы, в принципе, Чирону он шел, но в то же время мы знали, что, допустим, такого, такой раскраски ни у кого, скорее всего, больше нет. Вот сейчас запомните мои слова и сейчас посмотрим, что я в итоге сделаю. Так, пацаны, двигайтесь. Как я сейчас? Как я сейчас никого не задел, не знаю. Так, ну что, основной цвет. Попробуем что-нибудь, может быть. Может быть, что-нибудь сейчас, что-нибудь такое вот. Вот у меня есть идея, знаете, что сделать? Это, конечно, идея хуевая, но... Сейчас. Вот просто мне интересно, как это будет выглядеть. Бля, надо сохранять, да, его? Так, ладно, тогда... Допустим, красная морда. Купить. И жопу сделать... Нет, пиздец выглядит уже. Я уже понял. Я хотел сделать, типа, знаете, переход такой. Но это вообще пиздец полный. Так. Красный с чем может сочетаться? Ну, с белым-то понятно, но это банально. Точно такие. С черным-то и тем более банально. Тем более у нас еще красятся диски, друзья. Поэтому у нас должен быть более классический какой-то цвет, к сожалению. Ладно, давайте, короче. Ну, я как и сказал, запомните, что я скажу. Что такого, скорее всего, никого нет в итоге. Ай, ладно. Просто забудем то, что я говорил. Окей. Значит, как раз можно по пути снова снять деньги с бизнесов. Кстати, сколько в итоге бизнесов-то можно иметь, ребят? Напишите в комментариях, потому что у меня два. Может, прикупить что-нибудь еще, чтобы было. Потому что, мне кажется, по-моему, три можно. Или четыре даже иметь, но не два. Два это точно мало. Так, 900 тысяч накопилось. Знаете, это уже по традиции. Снимаешь деньги, потом идешь в казино, сливаешь их и все. И заново ждешь, пока не накопится. Так, ладно. О, ну раз уж я тут, друзья, сейчас я вот этот фирменный. Знаете, с чего начиналось, начинались наши трюки в МТА? Когда-то на Гаярде, я помню этот день. Великолепное это место. Ну, да. Только у нас тогда, по-моему, с первого раза получилось залететь. Ладно, забудем. Забудем то, что... Ну, кстати говоря, я долбоёб. Потому что я думаю, что по встречке ездят только плохие люди, как я. Но я так аккуратненько, знаете, я контролирую ситуацию. Вот если бы я не контролировал ситуацию, тогда можно было бы какие-то претензии ко мне высказывать. А так я контролирую ситуацию, в принципе, все под контролем. Так, ну все, ребят, я готов! Я готов ебашить, поэтому залетаем... На одну каточку в казино, чисто, знаете, так вот, ну, чисто поднять опять 500к, потому что в последнее время вы видели, я как не приезжаю, там, 3-4 раза играю, и мне сразу бабло, как бы это уже сыпет на руки, я, типа, ну, не могу даже все унести с собой, поэтому, смотрите, сейчас спиннер крутится, лавеха мутится, кстати, ну-ка, сейчас я спиннер возьму, друзья, слушайте, вот он, ну, не знаю, вам слышно, нет, китайские подшипники, но это не важно, самый дешевый пластиковый спиннер, который уже не крутится, ну, сейчас, смотрите, сейчас... Я вот кручу, честное слово. Вот сейчас вот точно, смотрите, вот сейчас бы вебка была, я бы точно это самое, блять, ладно, короче, спиннер не помог, я его убираю в сторону. И вот сейчас, друзья, смотрите, убрал спиннер и
жизнь пошла в гору. Видите, 130 тысяч сразу выиграл. Так что все, спиннер уже не актуален, друзья. Ладно. Угу. Давайте возьмем Чирон. Доедем такие, заберем бабки со складов, с тех. И я поеду в ЛС сегодня. В ЛВС заебали эти трюки уже, на самом деле. Потому что в ЛВС это банально. Вот подлет, это подлетел, заебись, круто, блять, охуеть. А, куда я пролетел-то свой этот? Пролетел свое логово, где мои бабки, бабки хранятся. Ну-ка. Сейчас аккуратненько. Оп! Заехал. Оп! Оп, смотрите, смотрите. О, кенблок. Кенблок подрастающий. Смотрите, ничего не задел. Джимкана. Оп! Подлетел. Продам красивый дом с большой парковкой на два места. Понял. Я вот, кажется, вот где-где, но в МТА самое неактуальное, как выглядит твой дом. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, в принципе, туда никто не ездит, по-моему. Я даже не помню, как мои все дома выглядят. Я помню, что на Рублевке у меня там два дома. Ну, так, чисто. Особнячки такие, типа, изи. Так, ну что? Оп! Смотрите, вот, ребят, какой дрифт. Кстати, а у меня есть идея. Если поставить дрифтовый чип на Чирон и подрифтить на нем, ребят, напишите в комментариях, это будет совсем пиздец или нет. На двух колесах нормально. Ай! Ёпта. Еще такая музыка, ребят, Скриликс проиграл. Знаете, как будто я как надо уебался прям. Так, ну что? Мы все прекрасно... Просто... Давайте вот представим, что я в реальной жизни еду на Чироне, друзья, смотрите. И... Я должен просто... Сейчас бы 11 сентября косплеить. Ну ладно. Ой, блядь. Так, хорошо. Поехали, друзья. Лос-Сантос — это место, где творятся чудеса. И постоянно... Вот. Блин, не, слушайте, реально, если дрифтовый сет поставить, мне кажется, что что-то из этого, может быть, и выйдет. Хотя... Хотя не знаю. Хотя не знаю. Так, ну у Мэри мы должны, конечно же, ебануть какой-нибудь трюк. Например... Вот это трюк, ёбаный в рот. Так, что тут происходит? Смотрите. Да, о, да, а если присесть кому-нибудь на хвост, смотрите. Я такого еще не делал. Ну-ка, друзья. Что-нибудь... Блядь, сейчас бы X от меня уехал, отчаро... Подождите. Типа беспалевный, смотрите. Типа беспалевный, ну-ка. Так, что-то остановился. Давайте тихонечко подъедем с зажатым ручничком. Так вот, типа, вообще, ноль палева, друзья. Так, вот, я думаю, что он меня не видит. О. Чувак, наверное... Ебать, он побежал! Нет, я, пожалуй, сдрисну побыстрее. Нет, ребят, чувак меня точно спалил, поэтому давайте-ка... Не, это, кстати, хорошая идея, следовать кого-нибудь на хвосте, и чтобы он, короче, не замечал, но он заметит. Вот, например... О, смотрите, какая-то переписка тайная. Ебать, стильная тачка. Добавь ВК и все. Конечно. Ну-ка. Так, ребят, как вы думаете, они нас видят? О! Ёпта, он теперь за мной следует! Ну все, я доигрался, ребят. Я доигрался. Надо срочно попробуем удрать. Ну все, пиздец, ребят. Вот так вот шути и шуточки. Вот решил последовать за чуваком, в итоге понял, что... Ёпта, как шлагбаум-то открылся. Как стояк утренний прям. Так, ну чё? Извини. Я случайно. Я просто... О, челлендж! Друзья, вы все прекрасно знаете, что здесь, короче, очень узкая дорога. Что если я попробую на максимальной скорости проехать сейчас на Чироне здесь? Ну-ка, смотрите. Ну как на максимальной? Так, тихо. Практически не тормозя. Ну, это слишком сложно. Даже в Сан-Андреас-то... Ой, в смысле, даже если играю в самп на какой-нибудь тюненный... О! Вот это, если бы сейчас не столб, я бы, кстати говоря, ну и по фирменному ВЛС, единственное место, где можно хорошенько потрюкачить, это, конечно же, эта скала. Смотрите, супер разворот, задний ход, потом, смотрите, полицейский разворот, опа, вот так вот, дрифт, вот так вот, вот так разъезжаемся. Что? Как я сейчас это сделал? Ну ладно. Так, ну-ка, друзья, вы готовы? Вы готовы увидеть супер трюк? Поехали. Ох, сейчас что чуваки увидят, они еще даже не представляют, какой Голливуд. Ровненько. Смотрите, чувак на четырке даже остановился, чтобы на регистратор все заснятое сохранить. Так, и смотрите, снова. Едешь по хайвею, в смысле, по... Вот мне, кстати, понравилась эта тема, типа, как разъехаться с тачками на шоссе, чтобы никого не ебаться. Но обычно такого не получается делать. Ну, вот это, кстати, было неплохо. И...
Блять, если бы я здесь еще проехал. Так, Вайнвуд, друзья. Вайнвуд тоже, на самом деле, очень опасное место для всяких стантеров. Блять, вот на балкон бы я бы сейчас хотел бы залететь к президенту, но... Так, а как отсюда выехать грамотно? Я думаю, что по прямой. Давай, 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 давай. Сучка, давай. Блять, не хочет. А, что? Круист есть. Я думал, я уже застрял. Так, друзья, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Круист творит чудеса. Пока что мы у нас... О, по стеночке. И дальше, 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 дальше на подъем. Опа, опа, опа. Представьте, просто в реальной жизни эту хуйню увидеть. Забор, кстати, мог залагать. Кстати, бензин кончается. Кстати, мне похуй. Такой, съебал просто. Оп, и на колесики. И как раз заправиться надо, точно. Смотрите, друзья, как-то пацаны подъезжают на заправку. Просто они подъезжают, без всяких выебонов. Вот так вот, оп, заправляется. Сейчас мы заправимся, друзья, и... Понятно. Так, где ближайшая тут еще заправка? За ближайшая заправка, думаю, Санек, в СФ поедем? Доедем? Ёбаный в рот, на двух колесах. Ну, точнее, на трех, точнее, на четырех. Ну, я не помню, сколько у него там, короче, вы поняли. Так, ребят, быстро, нам нужна заправка. Смогу ли я доехать? Как вы думаете, момент истины? Делайте ваши ставки, доедем ли мы до заправки сейчас. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. А, хотя, в принципе, можно и срезать. Вы когда-нибудь срезали тоннель через верх? Сейчас, оп. Все под контролем. Оп. И жопой, 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 жопой. Оп, и мордой, оп. Отлично. Ёбаный... Что-то не помогло, друзья, нас ничего. Так, ладно, умерем. Угу. Где я, в СФ появлюсь? Хотя бы. Бля, вот залупа Сранск-то. Нахуя здесь-то? Учлениада, зачем мне сюда запихнули? Так, короче, ладно. Сейчас попробуем. Что это за метка? Что? Ребят, это что такое? Что-то стрёмное. Что-то страшное. Так, ладно. Ребят, как вы думаете, если мы не нашли в ЛС, почти в самом мажорном месте, на Вайнвуде, бензина самого дорогого, вот в этом залупо-сранске мы найдем на заправке? Вот если здесь он будет, то это... Вот, посмотрите просто на эту заправку. Мне кажется, что здесь как раз Чироны и заправляют все, в принципе. Так, ну-ка. Итак, друзья! Ну да. Нормальная тема. То есть сюда завозят, а на Вайнвуд, конечно же, не завести. Ладно, друзья, сейчас нас ждут самые охуенные трюки. Не побоюсь этого слова. Мне реально хочется дрифт этот сделать. Сет на Чирон. Прям вот реально попробовать на нем подрифтить. Это, мне кажется, будет уровень. Реально уровень. Так, ну что, мы заправили? Пиздец, просто понимаете, как бабки улетают, заправляя вот этим вот бензином Чирон. Получается полный пиздец. Итак, друзья, по стеночке в тоннелю. Оп! Оп, оп, оп! 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 На колеса! Отлично! Тихо, где-то я это уже видел, кстати. Это уже где-то было. Так, так, так. Оп! Тихо, на колеса. Хо! Вот это я даю сегодня жару. Ну-ка. Так, так, так. Хоп! Так, 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 так. Сейчас, сейчас тоннель пойдет, смотрите. Сейчас пойдет тоннель, самый опасный трюк. Самый опа... Блин, по стеночке, как в Most Wanted, я проходил обычно. Ну ладно. Так. Оп, сейчас будет что-то опасное. Йо. И на колеса, без восстановления. Линия, почти, сука. Если бы я туда попал и... Смотрите, качусь, качусь, качусь. И сейчас скачусь. Оп. Разворот. Банни-хоп. Рейсинг. Пердолинг. Все нормально. Так, друзья, в аэропорту тоже есть интересные всякие фичи. Например... Оп. Йо. Вот, кстати говоря, я не подстрекатель, но я подстриг. На самом деле. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Оп! И в дырочку! Ебать! Тут можно в дырочку попасть! Бля, как я люблю в дырочки попадать, ребят, вы бы знали. Ох, да. СФ, мне кажется, тоже полон чудес, на самом деле. Чё, поле чудес? Да, поле чудес. А когда, в пятницу? Да-да-да, по первому. А, понял. Так. Оп! Подождите, блядь, надо было взорвать ее, реально. А это лестница Осирия? Ёбаный в рот! Чирон... Прошел по лесенке, ребят. Там же было узко, пиздец. Вот это начались трюки под конец. Ну-ка, сейчас опять какая-нибудь хуйня случайная получится, да? Ёпта. Я придумал. Я придумал, ребят. Я кое-что увидел и кое-что придумал. Сейчас должно получиться мясо.
Мясо. Так, смотрите, ребят, готовы? Поехали. Получится же? А, блядь, тут я думал склон ебучий, а это хуйня собачья. Говно, блядь. Так, ладно, нихуя. Все равно, сейчас что-то будет. Ёбаный в рот! Вот этот чел, наверное, сейчас немножечко, ну, так скажем, подливу ты, наверное, пустил после такого. Потому что я бы пустил. Я бы реально пустил после такого подливу. Я, конечно, реально не подстрекатель. Сейчас бы чё бы. Чё по... Сейчас бы. Ха! Что? Не, подожди. Вот это сейчас, кстати, был фейл века. Знаете, такой еще звук был, как будто я трахнулся об стену. В смысле, я, правда, и трахнулся об невидимую, правда, стену. Ну ладно. Ёп! Чел снова, по-моему, немножечко не понял, что происходит, потому что что-то... Это он пишет, интересно, ты чё? Ты чё? И мне кажется, ему за это мут дали. Хотя, может быть, и нет. Друзья, ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк, если вам понравилась эта серия. Она была полна безумства и отваги. Вот, как и всегда, собственно. Ну и напоследок я должен, конечно же, вас порадовать каким-нибудь крутым трюком. Например, вот так вот едешь себе, едешь, объезжаешь столбы, видишь горочку. Ну, кстати, вот сейчас было обидно. Так, ладно, тогда повторим тот трюк, который я сделал только что. Что? Можно вопрос, как я сейчас так грамотно сюда заехал? Ну ладно. Так, ну что, готовы, ребят? Поехали. Ну, по-моему, красиво. Ну, более-менее что-то в этом, что-то такое вот уже интересненькое. Так, интересно, тот чел... Блядь! Пизда. Я думал, он сейчас улетит, вообще будет полный пиздец. Так, ну что... Друзья, к сожалению, последнего трюка у нас не получилось сделать. Да, потому что МТА любит крашиться, вот. Но я не люблю крашиться, поэтому я не крашнулся, вот. Ну ладно, короче, ребят, спасибо всем за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если хотите еще больше трюков на Чироне. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, если вы впервые, друзья. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.